А при начале ролика хочу позвать канал Котиков. Он снимает очень классный и годный контент с хорошим монтажом. А именно походы в казино, ловля домов и бизнесов, капты и так далее. Всем советую подписаться на его канал, ссылочка будет в описании. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Machine Holy Play. Первый сервер, мы нигде здесь Кирилл Путбуль. Итак, чуваки, сегодня у нас будет дальнобойщика. Вроде бы как, я точно не знаю, потому что я выложил серию вечером и утром сейчас снимаю эту серию. Смотрите, сколько сейчас время. Снимаю, кстати, серию сразу после Мурка в деле, только я, ну, спустя, наверное, минут 15 я снимаю после той серии Мурка в деле. Перезашел я пару раз, и с машиной вроде бы как все нормально. Кто не смотрел предыдущую серию именно Мурка в деле, то посмотрите обязательно, потому что там у меня машина сломалась. Можете посмотреть, как она сломалась там и так далее. Итак, сегодня у нас будет дальнобойщика будут. Так, что-то я люблю постоянно вот именно вот здесь парковаться, серьезно, обожаю просто. И вы тоже, кстати, паркуйтесь именно вот на парковочке, а не как данный человечек вон парковался прям возле чекпоинта, блин, где нужно брать машину. Денег вообще мне в обрез, пацаны, 9000, короче. Еще админы зашли. Блин, ну какого хрена? Серьезно, вот какого хрена они утром так заходят рано? Что я зашел Мурку записывать, где админ был? Что сейчас админы начали заходить? Что за прикол вообще? Реально, что за прикол? Кстати, я так и не знаю, нужно вам сливать эту модельку или нет. Вот именно эту модельку. Это Урал Next, кто не знает. Так, у нас магнит. Ага, прицеп, хорошо. Вот именно проблема именно с этим прицепом происходит. Сейчас я вам покажу, какая. Вот, видите, вот именно с этим прицепом магнит хреново, потому что, во-первых, чекпоинт нормально не берется. Во-вторых, видите, он как-то сильно поднимает высоко. А с этим прицепом все нормально, вы, в принципе, сами видели. Я уже вкачал, если что, четвертый скилл. Видите, у меня уровень дальнобойщика уже четвертый, пацаны, да, это для меня это круто уже. 12 из 30 рейсов, короче, у меня. Я в день делаю где-то по 5 рейсов. Ну, по 5 рейсов, это получается 10. Ага, ну нормально, чё. Как бы я не задрочу здесь, в принципе, на дальнобойщик. Хотя мне очень понравились дальнобойщики. Вот, с предыдущей серии мне они очень даже понравились. Поэтому не знаю, что будем делать. Сейчас будем работать. Какой-то, блядь, неадекват за нами едет. Надо его подрезать, да? Или что он хочет? Я вот не понимаю, кто это. Так, что он хочет? Я вот не понимаю, что он хочет. Или он ФКшит, или что он делает. Тогда Хабибов какой-то едет. Ну да ладно. Сейчас едем в порт, загрузимся уже. Если что. Так, что там в семье кто-то есть сейчас? Да, есть, кстати, никто в ФК, нет никого. Так, Владимир. Ага, Рикера, Кирилл Путбуль. Так, давайте напишем, наверное, всем QQ напишем, что ли. Не знаю, если вам будут нравиться, будем дальнобойщика, то я, блядь, с радостью буду их записывать. Спасибо большое. Так, даров. Даров. Я с радостью буду их записывать, короче, будем дальнобойщика, если что. Только от вас нужны лайки и активность, в принципе. Вы в серии, пацаны. Снимаю, если что, утром. 6.42, короче, будут утренние рейсы. Я думаю, это прикольно. Были ночные, пацаны, теперь утренние. Прикольно, да. Как говорится, утро начинается, пацаны, не с кофе, а с рейса на дальнобойщиках. Поэтому сейчас мы этим и займемся. Кстати, хочу передать привет. Давайте я сразу передам привет. Владимир... Черешев, вроде бы как, Черяш. Короче, Владимир, привет тебе, потому что я с английским туговато. Вова Ягодкин, точнее. Макс Адраменко. Ну, в принципе, и все, я в ютубе. Так, передал. Ой, бля, не туда написал. Так, передал, так.
передаю привет Ивану Петрову, привет передаю, короче. Все, поехали в, так сказать, порт. И уже будем загружаться, качать скиллы. Так, короче, приехали на загрузку. Я пока, короче, я на паузу ставлю, еду уже там, куда нам надо. Я радио слушаю, рекорд, короче. Ну, потому что утро, пацаны, как-то надо расчехлиться как раз, да, и чтоб скучно не было, в принципе, ехать. Прошлая серия вышла где-то 17 минут, но, блин, мне кажется, нужно делать минут, наверное, 10. Хотя, не знаю, пишите в комментариях, где делать длинные серии по бою дальнобойщика, либо короткие. Или вообще их делать или нет, напишите в комментариях, пожалуйста. Потому что, ну, не знаю, мне понравилась очень эта работа, я там в день по 5 рейсов делаю, блять, в южный ехать, ну пиздец, ну не могли куда-то поближе сделать. Конечно, обидненько, ну ладно, что, будем в южный ехать. Я думаю, куда-то поближе хотя бы, в Батырку, например. Кирилл, ты где? Работаю на дальнобоях. Работаю на дальнобоях, все, погнали, короче, в южный и уже там продолжим. Так, приехал я на разгрузку первую. Короче, передаю привет Фернандо Ригера. Давайте напишем передал. Передал напишем. Короче, разгружаемся. Поэтому тут начало, короче, срать строиться. Потом мы что-то начали шутить там и так далее. Ну ладно, пофиг, короче. Слушай, блин, вот что, блядь? Можно, блядь, я уже, сука, заговориться начал. Короче, блядь, что не меняется на дальнобойщик, так это срач в чате, блядь. Это всегда, блядь, это просто всегда, это просто будет всегда и вечно. Срач в чате, блядь, это, не знаю, как, блядь, машина без бензина просто. Точнее, срач в чате это как, блядь, короче. Дальнобойщики и срач, блядь, короче, забейте нахуй, блядь, вы поняли, что я хотел сказать, блядь, потому что, пиздец. Просто пиздец. Я забыл, что можно на красный ездить. Сейчас 8 утра нету, поэтому можно на красный ехать. Что-то, блядь, жестко начал заговариваться. Короче, вы поняли, что без срача в чате, в дальнобойщика, это, блядь, никак не может быть. Срач всегда есть, будет и, блядь, еще будет постоянно. Именно на мазинке. На других серах я не видел такого. Так, Фернандо Ригера положил вообще 11 тысяч. Красавчик, в принципе, чем богат. Красава. Напишем красава, короче. Ну реально, кто хоть даже 10 тысяч ложит в общак, то заебись. Так, вот чувак еще 20 тысяч, короче, положил в общак. Красавчик просто. Короче, вот этот Ричард в Хайте, короче, типа говорит, вот мой номер, позвони там и так далее. Так, это он положил или он чат писать? Можно, кстати, так чат писать. Не знаю, это правда он положил или нет. Ну, короче, какой-то ебан, кстати, за мной едет. Типа, говорит, позвони мне. Я ему звоню, короче, он тупо сбрасывает, реально. Он думал, я не позвоню. Вчера мой нет пропал, не смогла играть. А, не смог играть. Не смогла, в смысле, не смогла. Что-то странно, короче. Так, какой-то ебан еще за нами едет, короче. Ну, ладно, это полбеды, в принципе. Так, норм, сейчас может 100к положу. Нормально тогда, блин. Красавчик, чем могу сказать. Так, а ты иди нахуй. Ха, учись ездить, блядь. Мне кажется, это тут ебалан за мной едет. Он типа говорит, жди звонка, такой фраер просто. Сейчас я боже чате покажу. Так, вот я ему, окей, сейчас наберу, я ему написал. Так, а это долбоёб. Ну и чё ты хочешь, блядь? Ну и чё такое? Трубу убери, дура. Вот это долбоёб, короче. Вот этот, это он. Это он, Ричард Хайп. Он не берет трубку, я ему просто звоню. Вот, я сейчас при вас даже попробую набрать. Смотрите, просто звоню его номер. Вот его номер, смотрите, вот. Я даже его номер спалю, можете ему даже позвонить. Вот. 093-119-34-76. Я звоню, короче. Вот, сейчас на громку даже включу. Вот, я ему звоню. Смотрите, он сейчас трубку не возьмет. Смотрите, сбросил. Ну вы не видите, но слышите, короче, он сбросил. Он просто сбросил. Я ебу просто таких людей. Че, он реально 100 тысяч положил? Не, на натуре? Фэменю. Натуре лям 400.
Бля, Вова, красава вообще, от души. От души, реально. Красавчик просто, чувак, закинул тупо 250 тысяч в общак. Уже лям 400. Ну, мы копим на бизнес, если что. Поэтому вот такие вот дела. Так, конечно, блядь, я ебу. Этот человек начал за мной гнаться. Типа, я, он по встречке вообще ехал, начал за мной гнаться. Но я с прицепом ехал, он не мог меня догнать, пиздец. Ну, такой бред, реально. Кстати, вы писали, типа, можно работать, типа, S-лимит писать 60, но я этого делать не буду, потому что... Как по мне, это багаюс, и я не хочу, как бы, таким страдать. Поэтому, извиняйте, пацаны, будем ехать 54, а не 60, как вы хотите, как вы писали, точнее. Блядь, просто рус таких даунов. Типа, звони. Вот, блядь, серьезно, смотрите просто в чат сейчас. Так, ага. Ага, ага. Так, где-то тут он писал мне. Так. А вот, типа, я пишу ему, тут таких нету, дядя. Он пишет, типа, пёс, ты же долго играешь? Я пишу, тут таких нет. Он говорит, херь ты пристал с детям своим, заебал. Я пишу, о, ребеночек обиделся, ахаха. Ну, я просто его прикалываю, и все. Я не хотел его там обидеть. Он пишет, набери меня, пообщаемся. Я такой, пишу, окей, сейчас наберу. Потом пишу, ну, что ты сбрасываешь? Он просто сбрасывает, пацаны. Жди звонка, я пишу, курить пошел, чтобы голос грубее был, ахаха. Он пишет, именно Петросян, я пишу, я не Петросян, я только учусь. Так, по идее пришел, потом пишу, кю-кю Киря, так, это не то. Так, ну и все, больше после этого мне ничего не писал, короче. Он еще 200 тысяч положил? Ё-моё. Ё-моё. Ты жесткий. Жесткий. Спасибо тебе большое. Очень помогаешь. Помогаешь Фоме. Вот реально таким пацанам я серьезно благодарен, потому что сам, ну, я не могу уже тянуть в семью. Вы должны сами это понимать, в принципе. Я так уже вложил много очень денег в Фому. Вот реально, вот красавчик, конечно. Так. Вторая страница. Вот. Вот ты красавчик просто, чувак. Смотри, сколько денег закинул. 420 тысяч он положил. И Фернандо еще тоже молодец. 11 тысяч положил, сколько смог. Просто реально такие люди реально заслуживают уважения, я считаю. У нас теперь лежит в общаке лям 600. В принципе, возможно, мы в скором времени купим себе какой-то бизнес хотя бы. Я думаю, это будет круто. Так пишешь, лучше Кириллу на руки дай, а то он скоро беднеет. Да я, пацаны, на дальнобойщиках, вот я пишу, да я на дальнобойщиках хуярю и с общака никогда деньги не беру. Серьезно, я с общака никогда просто деньги не беру. Просто никогда. Я лучше на дальнобойщиках поработаю, заработаю, но с общака деньги трогать не буду вообще. Как бы, не знаю, у меня какой-то такой принцип отработался. Так, если бизнес покупать, надо по ВОСКе его. Ну, или можно купить... Потом слить в гос и купить заново. Конечно, да, это очень сложно, потому что команды не сделали, чтобы покупать бизнес Фомы. Типа для, ну, возможно, что-то мы придумаем. Купим, может, какой-то бизнес. На самом деле, я хотел бы бизнес, вот это 24/7 возле особняков. Я думаю, было бы реально очень круто. Если честно, это говно. Ну, это да. Если покупать его, потом сегодня в ГОС еще покупать. Ну, это да, это полный бред, конечно. Что делать? Так, мы уже разгрузили, все, заработали наши денежки. Блин, только один рейс еще сделали, а серия уже, наверное, длинно идет. Ну, ладно, постараемся в темпе работать. Так, да, на 5 минут. Так, надо Вове 30 тысяч дать, он типа не рассчитал, ему надо квартиру купить. А ты где? Сейчас спросим, короче, потом поедем и дадим ему денег. Так, вот я приехал забрать Вову. Дам ему сейчас 30 тысяч, только нам нужно в банк заехать. Сейчас нужно в банк заехать. И дам. Так, поехали на фуре, блин. Блин, на фуре, кстати, блин, очень мне нравится ездить, прям по кайфу просто. Так, надо быстро забежать в банк. Надеюсь, у меня это получится, потому что нужно... С общака придется деньги снимать. Хотя, ну, стой. Так, баланс. Снять. 6 тысяч у меня есть, да? А, бля, все равно надо снять же деньги.
смысле? Так. Объект семьи. Так, быстрее. Взять 20 тысяч. Все, так, побежали. У меня фура там стоит. Алло, у меня там фура стоит. Она чтобы не пропала. Так. И братишку. Теперь у них семья. Охуенно радио. Так, все, я ему дал 30 тысяч, короче. Бля, у меня прицеп отцепился. Во, все. Так, я, короче, поехал работать на дальнобойщиках. Так, все, поехали на загрузку. И там уже, наверное, еще один рейс сделаем. И, наверное, все. И так сели, наверное, минут 20 уже по-любому. Так, передаю привет Максу Одокиенко. Он же красава Путбуль. Так, все, я взял рейс, ну, точнее, загрузился, едем в Батырево. Кстати, мы решили сделать такую тему, чтобы никому не было обидно, в принципе, то, что на борде 20 левела, то есть у вас должен быть минимум 20 левел, а у кого меньше левел, те могут просто положить в общак семьи 100 тысяч и тоже вступить, как бы, чтобы у других тоже, как бы, был шанс, но при этом они должны закинуть в общак для Фомы, то есть помочь Фоме. Я эти деньги не беру, пацаны, я даже на машинах не езжу, я редко беру там транспорт Фомы, а так все для вас вообще, пацаны, вы сами это знаете, в принципе, прекрасно. И чтобы, так сказать, не было обидно другим, у кого левел ниже 20-го, те просто ложат в общак 100 тысяч, точнее, дают мне, я принимаю, ложу эти деньги при вас, и все, в принципе, вы в Фоме. Вот таким образом мы решили поступить, чтобы... Так сказать, не принимать всех подряд, а тех, кто реально, у кого 20 уровень, мы принимаем, вот сразу просто принимаем, ну, если вы там адекватны и так далее. А у кого меньше, чем 20 уровень, то, тот ложит 100 тысяч в общак, и мы его принимаем, в принципе. Вот как-то так. Конечно, да, некрасиво с подписчиков брать деньги, я сам это вот думал. Но, с другой стороны, когда принимаешь низкие уровни, они... Просят деньги, разбивают машины там и так далее. Поэтому лучше сделать таким образом, что у кого ниже 20 уровня, тот ложит 100 тысяч. И все, тот Фоме, короче. Как-то так. Хотя это была не моя идея, а идея Джонни, потому что, блин, реально, мы столько бабок вложили в семью и... Ну, надо помощь, реально, надо помощь от вас, кто тех, от тех, кто в Фоме. Потому что, блин, ну, очень трудно тянуть Фому именно вдвоем с Джонни. Я думаю, вы сами должны это понимать. Я тоже помогаю, чем смогу. Я на дальнобойщиках работаю и все деньги вложу, как бы, в общак. Вы должны сами это тоже понимать. Поэтому, как-то так. Короче, Макс Абраменко положил в общак 30 тысяч. И я пишу, типа, Макс Красава. А мне пишет красава Пуль, типа что, он думал, что я его зову. Меня звали, что ли? Нет. Реально, ничего угорает, серьезно. Такой прикол. Я перезаходил. Нет, тебя не звали, дружище. Фернандо Ригера. Кстати, есть такая машина, Кёникс Ригера. Только это Фернандо Ригера. Прикольно. Кстати, да, все, кто ложит деньги в общак, я показываю в видео. Ну, стараюсь показывать в каждом видео тех красавчиков, кто реально помогает, в принципе, Фоме. Кто ложит деньги, реально, вот, те реально красавчики. Потому что мы копим на бизнес, и у нас в Фоме 120 человек, и, ну, человек, наверное, 20 активно так помогают Фоме. А остальные бегают с кейсами, и им трудно положить даже 1050. Вот это реально немного, так сказать, бесит. Потому что, блин, вступили в Фому. Вот понимаете, такие люди с кейсами вступили в Фому. Мы уже купили особняк, мы уже купили хорошие машины. А им трудно помочь просто Фоме там, чтобы можно было спокойно тачки спавнить. Они только просят тачки спавнить, а сами ни копейки не положили в общак. Понимаете, вот такие люди реально бесят. И мы купим на бизнес, там каждый ложит там по 10 тысяч и так далее. А всего лишь 20 человек этим занимаются. Остальные, им остальным похуй просто реально. Остальным просто похуй. Реально, те, кто будут похуистически относиться к Фоме, те, кто будет себя неаккуратно вести, не помогать Фоме,
Я не прошу вас там миллионы закидывать, я просто прошу вас там хотя бы 10 тысяч положить, помогать Фоме, быть как все, ну как хорошая ихняя часть Фомы. А не просто прийти на все готовое, блядь, кататься, жить в особняке. Нет, так не пойдет. Нужно помогать Фоме. Пацаны, конечно, я все понимаю, там блат номера, все дела, именные номера, но такого я еще не увидел. Выбранный Б. Это, блядь, что? Давайте я даже сделаю тайм и скрин. Вы когда-то видели такую BMW с такими номерами? Ну, BMW вы такую видели, а такие номера на BMW видели? Выбранный Б. Это, блядь, что? Мне кажется, какой-то баг произошел, потому что, ну, выбранный Б, наверное, это типа в автошколе что-то связано. Блять, но BMW с номерами выбранный В или Б, это, конечно, сильно, пацаны. Так, мы уже едем третий рейс, если что. Конечно, серичка, блять, обратно будет длинная. Ну, не знаю, я люблю с вами пообщаться. Я много, видите, вот на дальнобойщиках можно реально выговориться просто. Это реально круто, ну, именно в сериях. Если вы будете дальнобойщиком работать просто, вы не сможете выговориться. Ну, короче, вы, думаю, поняли. Все, выгружаемся. Наверное, это будет наш последний рейс, третий, потому что я уже записываю эту серию больше часа. Больше часа, а выйдет, наверное, на минут 25, скорее всего. Вот я столкнулся за это время, что я работал, в принципе, с некими проблемами. Первое, это то, что когда ты заезжаешь в порт, загружаться, и за тобой еще заезжает 5 машин, это пиздец. Ты, блядь, хуй выйдешь просто, потому что они стоят сзади тебя, получается, и тоже загружаются, и ты хуй просто выйдешь. Потом вот это начинается разруливание, блядь, у кого-то прицеп лагает, у кого-то что-то еще, блядь, и начинается пиздец. Реально, вот это я понял, что реально, блядь, в порту это пизда. Это просто пиздец. Второе, то, что на лесорубах, блядь, там пиздец, как трудно развернуться, тем более, если заезжает за тобой еще одна фура. Там места просто нету, ты реально не можешь просто взять и развернуться, тебе нужно сдавать назад аж до упора, сейчас я вам покажу, как это делается, и потом уже как-то выезжать. Я вот, когда вчера, по-моему, или позавчера, заехал такой, блядь, хуяк, за мной еще 5 фур, блядь, ебучий ты случай, сука, еле выехал, блядь, через лес там выезжал, блядь, серьезно, это пиздец. Вот то, что на разгрузках мало места, пацаны, это, блядь, факт. Даже вот здесь, вон там вот разгрузка есть, там, блядь, тоже тяжело разворачиваться, и заезжает кто-то еще на фуре. Реально, вот это, блин, проблемка такая есть. А так, в принципе, все по кайфу, мне реально нравится здесь работать. Возможно, в скором времени пойду в какую-то фракцию, но если будете поддерживать, то я буду пока что ебашить на дальнобоях, так сказать. Блин, эта машинка меня заебала. Ты можешь ехать нормально, сука? Кстати, на вот этих машинках зарплату скоротили. Теперь платят не 20 тысяч, а 15. Понимаете, было 30 тысяч, потом 20 тысяч, теперь 15 тысяч. Ну, пиздец, реально. Работа была охуенная. Теперь я уверен, что на этих машинках мало кто будет работать. Потому что, блядь, они нахуй никому не нужны с такой зарплатой в 15 тысяч. Я думаю, вы должны сами это понимать. Вот лесорубы, короче, мы заезжаем, да? Вот как с прицепом можно здесь развернуться? Вот я пробую развернуться, да? Хуй у меня что-то получится, потому что просто прицеп отъебнет. Вот так никак не развернуться. А развернуться можно, сейчас я вам покажу как. Сейчас выгружусь и покажу, как здесь отсюда можно выехать. Более-менее нормально. Возможно, кто-то знал, как это можно сделать. Возможно, нет. Но, блядь, факт остается фактом, что, блядь, здесь трудно выезжать. Да и не только здесь, на разных разгрузках. Сегодня, кстати, у нас было 3 рейса. И все 3 рейса были разные маршруты. Я думаю, это довольно-таки круто. Все, выгружаем. Сейчас я покажу, как это делается. Все, мы получили 11400. Так, да? И давайте едем. Допустим, мы вот так выезжаем, да? Вот сюда. Зайдем до упора, вот до этого щитка, короче, электрического. И вот так разворачиваемся. Только вот так это работает. По-другому, блядь, вы никак не выйдете. Серьезно, я вам говорю. Ну что ж, на этом мы будем заканчивать. Давайте посмотрим, какой у меня скилл. Так, G-скилл. У меня 18 из 30. Я думаю, в следующей серии выйти у меня уже с 5 уровнем дальнобойщика, в принципе. Если вам понравилась серия, ставьте обязательно лайки. Если хотите видеть еще будни дальнобойщика, ставьте обязательно лайки. Да и просто поставьте лайк. И пишите свои в комментарии, что возможно добавить в будни дальнобойщиков. Может, побольше рейсов делать. Напишите, сделать длинные серии, либо короткие. Ну, это у меня все, пацаны. Всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the city.
south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.